Завтра самого стильного и мужного сотрудника Гомельской областной клинической больницы вызначить у финале конкурсу «Мистер 2019». За это звание будут змагаться 10 сотрудников разных структурных подразделений. У новой якости перед коллегами поустанут работники отделения реанимации и интенсивной терапии, хирургичного, травматолога, ортопедичного и инших. Финалу попередничала трехдневная подрыхтовка. У этот час помеж дежурствами и изменами конкурсанты наведывали занятия по дефиле и хореографии, удельничали у фотосессии для онлайн-голосования. Дальше подтримать их можно до 13.01 1 соковика на сайте Центра моды и пригожости «Хрустальная нимфа». Переможца отримает титул «Мистер глядацких симпатий».